Здорово, Камби. Здорово. Ермила дома? А где она? Мы к Алику поехали. К Алику? Это дядька типа или что? Это дедушка. Это далеко отсюда? Это двоюродный дедушка. Ты можешь нас провести нас? Поехали тогда. Я уже где-то... Ты ворота вот так оставишь, да? А? Ворота оставишь открытыми? Никто не зайдет. Вот эти ворота? Для чего? Реклама женской одежды For Forms. Салам алейкум. Короче, нам нужна модель. Мы должны прорекламировать... Мам, я в лучшем виде достать, пожалуйста. Хотели, чтобы ты вообще вот именно так выглядела. Вот так. Сейчас? Да. Сейчас нельзя, Мухачка? Нет, ну пожалуйста. У нас есть гримерша. Мы можем сейчас это снять, пока не стемнело, а потом придем, поможем вам, если надо. Там ремонт надо сделать. Настолько ты не хочешь? А я в душ... Муха, надо было предупредить. В душ надо принять, я вот... Ну, душ примешь сейчас, что, проблема, что ли? Мы тебя накрасим, сейчас оденем. Пошли. Ты так пойдешь? Камби, ты с нами или с ней? С ней. Все, вот настоящее братство. Правильно. Пха аппазгор. Бельхаху аппазгор. Мисс, все. Нам нужны стильные кадры, как ты в огороде что-то делаешь, короче, вот и все. А? Идем тогда к дереву. Короче, смотри, после каждого действия ты типа потащила, и потом голову поднимаешь. Ну, ты сейчас, смотри, ты сильная, хозяйственная и дерзкая. Воду заливали и делали, оттуда вода шла. Она вот так смотрит, а потом вот так щелкаете, а потом вы ее переодеваете, красите. Да. А потом обратно туда ставите. Ее? Да. Светлее. Красиво. Вот это спили до конца. Это не до конца. Это банановое? Да. Вот это спили. Вот здесь. Смотри, она сейчас пилит. А что потом она может еще сделать по хозяйству? Подумай тоже. Угу. Допустим, пилила, тачку таскала. Что-то вскопать может, да? Копать может она? Она умеет копать? А ты? Скот есть какой-нибудь домашний? Курица там, что-нибудь такое? Ни одна собака. Ух, ни хрена ты там пилила, бля. А у соседей есть кролик у кого-нибудь? Кролик? Да. Кролик, Роджер. Если... Есть. У кого? У того соседа есть кролик. Тогда мы к нему попозже пойдем. Он нам даст, как думаешь? Конечно, даст. Чуть-чуть напшикать, чтобы реально вот подкрыть. Под, да. Как будем стричься? Стричу собачью могилу, не вскопаем. Говорит. Это для кадра нужно. Да? Ага. Уахуэра! Сейчас сами так умолкнут. Тихо. Ага. Что-то хозяйство. Что? Типа что-то она берет. Ага. И носит это типа с трудом вот так. Тяжелое что-то. Сейчас она туф будет искать. И туф последний. Можешь туф протащить? Вот так сможешь? Сначала ты несешь, а потом бросаешь. Иду, погнали. А можешь матернуться, типа, я нырму. Там просто просится. Два вида платья. Ага. Мне кажется, тебе надо вот это пальто попробовать. Оно на тебе будет очень мощное. И вот так чуть-чуть вот это сюда делаешь, он уже сам уже упадет потом. Но если ты пошел в ноги, надо уже прям до конца идти. Иначе он шею заберет вот здесь уже. Как твой образ? Выпускайте бычка! Да-да-да-да! Ladies and gentlemen, Ермила Бас! Oh my gosh! Boo! Чуть что? В плане пообщайся по-братски. Что? Нормально все у тебя? Как дела, Сафошка? Все хорошо. Все хорошо дома? Все нормально. Моего нана бросает, а мама же. Я тебе все выплачу, мой золотой. Есть маленькая Дон. Проблема. Дон Ермила. Какая проблема? Сыпь на теле. Сыпь. Я... Блин, ты как этот...
Ice Cube какой-то. На языке мейкаперов это какой мейкап у нас сейчас будет? А у нас будет такой... Макияж без макияжа. Образ дорогой женщины. Макияж без макияжа? Mm-hmm. Типа он есть, но его нет, типа. Ну, как нынешний мужчина. Как мой отец. Ага. Все накидали, да, варианты? Как тебе твоя сестренка? Красивая. Красивая. Ты про Four Forms никогда не слышала? Нет, я никогда. Я вот только хотела сказать про магазин. Это, а он где находится? В Москве, прикинь, 4 точки. Мы вот так ехали по Москве на Баррикадной, вот так голову повернули, там большими буквами было написано «Ермила дура» и Four Forms. Серьезно? И рядом Four Forms. Серьезно? Да, офигеешь, так в Москве про твою сестру говорили. Да я их всех нашел. Да. Вот, меня тоже. Вот то, что на тебе сейчас надето, оно тебе в подарок останется. Ничего себе. Я прибью. Нет, опять? Они так не сделали, брат, это шутка была. Как она красит. Ты как этот Формула-1, вот, который колеса меняет, только лицо меняешь человеку. Вот так, брат, всю жизнь будет. Женщины будут тебя вот так осуждать. Ты будешь такой, давай сегодня увидимся. Она такая, нет, я в кафе с другим, типа вот так. Ладно, не будет так. Она очень красивая. Ты очень красивая. А что она тебе подарила в этом году на Новый год? Первый хоккейный стол. Реально? Иди вынеси поигрись. Вещь очень классная. Батфорты особенно. Когда так делают, он расслабляется. Ну. Я готова. Потом, смотри. Насколько это возможно? Потом, смотри. Она готова, дамы и господи. О, нифига себе, как круто, Ир. Как вот круто так? Ты выглядишь. Сильная, независимая, роскошная. Давай красивая в Москву женщина. Поеду тогда. На Патриках искать себе мужа буду. Мне кажется... Сколько вы зарабатываете в месяц? Я зарабатываю в месяц 18 миллиардов. На чем? Да, на чем? Крипто. Вот это? Ну, это мне покупал мой муж. На 3-4 на меня посмотришь, так, ну, типа, властно прям. 3-4. Охренеть, да, женщины как меняются? Какие они разные, брат, бывают. Ей идет? Тахо. Она красавица у нас, девочка. Я хочу хорошая, всегда умная говорить, девочка. В камеру. В камеру и села. Ага. Но она очень смешно ходит. Медвежонок Барни такой. Успел? Успел? Да, да. Я где-то читал, что если собак видишь, надо хлопать. Как тебе сестра вообще? Вот в этом наряде. Кайфно? Если что, мы в Нарткалинском парке, правильно? Таких здесь два. Городско и этот. Все, пойдем, пойдем. Я понял, вина подписа. И через осина под... Я тебе такое устрою, я тебе такое устрою. Давай каждый из нас должен сказать по одному предложению по поводу твоей сестры. Она принцесса. Она принцесса? Она королева. Она ради всего мира снимает видео. Это очень трогательно. Она словно воздушное облако, спустившееся с небес. Хочу поговорить. Нет, это уже потом. Так, за кроликом. Салам алейкум, Артур. Мы там видео снимаем какое-то за 5 минут, чё? Кролик отштопан. А, байдам? Кролик разрывает на вас. Прикинь, их убивают и едят. Как их можно убивать еще? Прикинь, их едят еще. Именно его не будем есть не тогда. Не будем. Его такого цвета глаза красивые. А, я боюсь его. Очень красивый кадр. Все, просто ты там его чувствуешь. Там машина есть? Нет, он даже контровой свет дает. Да. О, Эля, может встань с этого в краю, как будто семья вот такая. Может, это постер будет к этому видео. Туда смотри, туда. Мягкий. Женщина бывает разной. Сильной. Крепкой. Властной. Женщина бывает разной.
милой, стильной, свободной. Farfarms. Будь разный. И сосед Вахер. Это сфоткаться, а ты со мной стоишь. Давай пойдем сделаем. Давай мы просто по бокам встанем с ней. Общее фото такое будет. Эля, все, кроме этого кролика, остается тебе. Носи на счастье, на радость. Это от Farfarms. Спасибо. Спасибо, Farfarms. Спасибо вам огромное за то, что вы так щедры. Ну ты довольна хоть? Я, конечно. Я завтра на свадьбу с кайфом.